тело растекается, мозг расплывается. Только так можно охарактеризовать аномальную жару, которая настигла жителей Московской области. В отличие от холода, 30-градусная жара переносится организмом гораздо тяжелее. Да и на самом деле спастись от нее не так уж и просто. Часто именно такая погода вызывает проблемы со здоровьем. Увы, жалобы на погоду нас не спасут. Но пока мы все вместе дружно ждем наступления более прохладных деньков, предлагаю ознакомиться с советами бывалых туристов. Они-то уж точно знают, как спастись от этого солнца. В городе лучше спрятаться в квартире и не выходить на улицу. Квартира все-таки будет попрохладнее, но не всегда бывают такие моменты, что можно целый день отсидеться дома, и мы куда-то едем. Выйдя на улицу, конечно, идем в тенечке, если эти позволяют условия. Если нет, то выбираем такие маршруты, где больше тени, меньше солнышка. Перед этим заходим в магазин, берем холодненькую воду. Воду лучше пить простую, без газов. Никакие сладкие газировки мы не пользуемся, потому что это нагрузка на сердце, сладкая вода. Также противопоказан алкоголь. Сейчас летом любители взять холодненького пива и попить его, охладиться. Но на самом деле это очень большая нагрузка на организм. Мы из-за этого только наоборот делаем себе хуже. Если это хорошее качественное мороженое, это хорошо. Потому что в настоящем мороженое сахара, которое искусственное, его нету. Там есть легко усваиваемые все вот эти сахара, которые легко переносятся организмом. Одеваемся, так сказать, по погоде, жара, то бишь свободная одежда, светлых тонов, на голову обязательно кепочка. Если вы идете с детьми, обязательно запас воды. Ну и взять легкую какую-нибудь простыночку, ее мочим. Накидываем на себя, вода испаряется, организм намного легче. Меньше выходить на улицу, быть в воде. Ну, а вода под солнцем? Кепочка. Кепочка, ныряем, охлаждаемся. Идем на прогулочку, смотрим, не сидим в палатке, идем гулять. Находим тенечек, под тенечком сидим. Конечно, лучше закрытая, свободная закрытая одежда из натуральных материалов, то бишь лен, хлопок, спортивные вот эти вот футболочки, которые легко дышат. В них тоже хорошо свежо. Больше пить воды, вода выводит тепло и охлаждаешься. Пьем, купаемся, отдыхаем, никакой нагрузки. В жару много есть нельзя, потому что в жару нагрузка меньше, а организм меньше должен потреблять энергии, поэтому более легкие фруктовые соки. Никакой не жирной еды, потому что сейчас как бы жара, едем на шашлыки, наоборот, шашлыки – это нагрузка на организм. При переработке больше тепла в организме выделяется и становится, наоборот, тяжелее. Ну, наверное, лучшее средство, которое сейчас мы применяем – это пантенол. Помазались им в тенечек, оно хорошо впитывается и снимает боль, ожоги солнечные. Пантенол, да, всегда в аптечке он с собой есть. Это наиболее такое лучшее средство, которое вот за все время мы применяли. Оно и удобно в применении, и дает более положительные результаты. Из народных, наверное, кефирчиком помазаться.